Лицом к прессе. Здравствуйте. Сегодня в программе «Лицом к прессе» мы рассмотрим два различных взгляда на современность. Слева от меня министр внутренних дел, на котором сегодня редкой красоты платье с розовым тюлем, жемчуг такого же цвета и бриллиантовое ожерелье, туфли из выделанной свиной кожи с золотыми пряжками от Максвелла с Боун-стрит, прическа от Роджера. Ансамбль в целом впечатляюще завершают рождественские орхидеи. Справа от меня, подавшая в суд на правительство, лужица коричневатой жидкости. Возможно, криозот или какой-либо экстракт, использующийся в промышленности. Добрый вечер, министр. Позвольте задать первый вопрос. В вашем проекте «Сделаем Британию лучше» вы обещали построить за год в одном только Лондоне 80 миллионов миллиардов домов. В действительности вы построили всего лишь 3 дома за 15 лет. Вас огорчил этот результат? Нет, нет. Я бы хотел ответить на этот вопрос двояко. Сперва обычным голосом, а потом забавным фальцетом завывая. Видите ли, проблема жилищного строительства. Пока министр отвечает на вопрос, я бы хотел добавить, что платье министра сшито вручную из 300 лоскутов арабского шелка в ателье Варгара в Париже. Покрой платья призван подчеркнуть великолепную фигуру министра. Думаю, теперь министр заканчивает отвечать на вопрос, так что самое время продолжить дискуссию. Да-да, конечно. Большое спасибо, министр. Сегодня назначен новый глава. Так, мне больше не говорить, боюсь, нет. Сегодня назначен новый глава объединенной бомбардировочной авиации маршал сэр Винсент Бей Японцев Фостер. Он в нашей студии в Бирмингаме. Привет, моряки. Представляете, министр авиации велел мне заняться бомбардировщиками.